Всем большой привет, йога-любители! Я Лена, намасте! И сегодня у меня для вас новая последовательность. Очень многие просили еще побольше коротких видео, когда вы можете позаниматься утром, когда нет времени, или в течение дня, ну или даже перед сном. Поэтому без лишних разглагольствований подойдем вперед коврика. Продышимся. Настроимся на практику. Откроем глаза, вдох, руки вверх, вытягиваемся, с выдохом руки опускаем. Еще раз вдох, от пяток до пальчиков рук, вытяжение, выдох, руки вниз. Еще раз вдох, руки сцепляем за головой, на выдохе локти сводим и подбородок опускаем к груди. Вдох, грудь открываем, вытягиваемся, выдох, подбородок к груди. Еще два раза. Еще один разок, вдох. Отлично. Ручки вверх, вдох. И полный наклон в уттанасану, выдох. Медленно, медленно растягиваем вдохи и выдохи. Поднимаемся со вдохом. С выдохом вновь опускаемся. Можете делать в своем ритме, спешить некуда. Разве что на работу, если делаете с утра. Еще раз вдох. И выдох, полностью опускаемся. И здесь продышим чуть-чуть. Расслабляем шею, вытягиваем. Расслабляем плечи. Если тяжело так стоять с утра, можно колени согнуть. Ничего страшного. Дыхание свободное, ровное, глубокое. Чтобы вам было комфортно. И медленно со вдохом поднимаемся вверх, вытягиваем руки. И с выдохом одна нога уходит в сторону, и мы остаемся вот в таком положении. Вновь руки в стороны, вдох. С выдохом опускаемся на правую сторону, наклон, дышим. Вытяжение интенсивное от таза до самых пальчиков рук. Если очень тяжело, конечно же, не перетягиваем, остаемся повыше. Дышим. Можно смотреть вверх на ладонь, так укрепится шея. Если какие-то есть проблемы или с утра болит шея, то смотрите перед собой. Или можно даже опустить голову, если это не причиняет никаких проблем. И следующий выдох, поднимаемся. Следующий вдох, извините, вверх. И с выдохом уходим на левую сторону, наклон. Дышим. Не заваливаемся вперед, а представляем, что наше тело находится между двух стен и четко в сторону наклон. Вдох вверх, ступню правую на 90 градусов и с выдохом сгибаем правое колено, уходим в облегченную версию Падшваконасаны. Дышим здесь. Вдох, ступню эту возвращаем, заворачиваем немножко внутрь, другую на 90, с выдохом на левую сторону. Дышим здесь.
вдох, вверх. Вновь правая ступня уходит в сторону. Три конасана, выдох. Можно остаться здесь, особенно если практика утренняя, вы еще чувствуете тело зажато. Ну или для более гибких можно сразу опуститься вниз. Здесь опять же воображаем, что находимся между двух стен, которые нам не позволяют завалиться ни вперед, ни назад. Ну, назад сложнее, конечно, обычно вперед все заваливаются. Вдох, вверх, переводим ноги в другую сторону, выдох. Чувствуем позу, ноги крепкие, наша опора. И вновь, если шее тяжело, больно, смотрите перед собой или вниз. Кстати, на этой руке мы не завариваемся, вес тела на нее не переводим, а мы держим корпусом наш вес. И эта рука только лишь для небольшой опоры. Вдох. Ступни между собой параллельны. Открываем грудь. С выдохом уходим вперед. Расслабляем спину, расслабляем шею, дышим. Вытягиваем руки вперед и пальцами рук продвигаемся вперед, при этом не перенося вес тела вперед, а наоборот, тазом тянем вес назад, руками вперед. Вытяжение пройдет очень отлично для вашего позвоночника. Наслаждайтесь и дышите. Если руки здесь не достают до пола, просто вот так вот повисните, и спинка сама собой будет вытягиваться. Руками возвращаемся в центр. Правая ступня вновь проворачивается на 90 градусов. И мы все проворачиваемся и сгибаем правую ногу. Левое колено остается на полу. Грудь вперед. Начинающие, оставайтесь здесь. Просто дышите в этой же позе. Продолжающие сделают динамику вместе со мной. Вдох, открываем грудь, с выдохом делаем небольшой толчок и поднимаем левую ногу вверх. Вдох, возвращаемся назад. С выдохом толчок вверх. Вдох. Выдох. И еще разок, вдох. И выдох. Возвращаемся. Теперь все вместе руки вверх, вдох. И слегка здесь потянемся. Можно переплести руки, ладошки в потолок. Ищите для себя наиболее удобную позу. Можно слегка наклониться влево-вправо. Потянитесь хорошо, особенно если это утро. И с выдохом руки на пол. Очень аккуратно поднимаем левое колено с пола. Перемещаемся в центр и отсюда на другую сторону. Опускаем теперь правое колено, левая нога согнута, дышим. Грудь толкаем вперед очень мягко. Начинающие остаются здесь, продолжающие, кто хочет, со мной в динамике. Вдох, правая нога вверх, выдох. Еще раз. Вдох, вверх, два раза, еще разок,
опускаем ногу назад. И теперь все вместе. Следующий вдох. Поднимаем руки. Выдох. Вытягиваюсь. Переплетаем пальцы рук, ладошки в потолок. И наслаждение позой. С выдохом опускаем руки, поднимаем колено и вновь уходим в центр. Расслабляем шею. И медленно с круглой спиной поднимаемся вверх. Руки раскрываем, вдох. И с выдохом перемещаемся в начало коврика. Руки вверх, вдох. Выдох, уттанасана. Вдох, смотрим вперед, спина ровная. С выдохом шагом или прыжком в планку. Начинающие колено опускаем на пол, продолжающие в планке. Вдох, чатуранга, выдох, вверх. Вдох, чатуранга, выдох, вверх. Еще два раза. Еще разок. Теперь здесь вдох в планке. Выдох, чатуранга. И животом на пол. Следующий вдох, кобра. Очень аккуратно, осторожно, не перетягивая поясницу. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Делайте в своем ритме дыхания. Может быть, чуть медленнее, чем я. Еще несколько раз. Выдох. И теперь сгибаем правую ногу, берем за лодыжку. Можно одной рукой, можно двумя, если дотягиваетесь. Тянем квадрицепс. Начинающие могут остаться здесь, продолжающие. Левая рука уходит вперед, левая нога вверх и нога согнутая, также ее вытягиваем. Дышим. И опускаемся. Теперь отпускаем правую ногу, берем левую. Одной рукой или двумя. Тянем квадрицепс. Начинающий остается здесь, продолжающий, кто хочет, можно чуть-чуть усложнить и поработать над спиной, ногами. Дышим. И опускаемся. Руки под плечами. Готовимся на следующем выдохе подняться в планку. Отсюда Адху Мукха Шванасана. 5 глубоких дыханий. И теперь мелкими шагами перемещаемся в начало коврика. Медленно-медленно, чтобы скомпенсировать спинку после прогибов. Очень-очень-очень аккуратно. Дошагали вперед. И садимся в маласану сначала и сразу же полностью на пол. Медленно-медленно опускаемся назад.
Устраиваемся удобно, вытягиваем правую ногу, вытягиваем левую. И вот теперь вот так вот немножко покачаем тело, переминаясь с одного боку на другой слегка. Это нас расслабит, приведет в тонус все наши позвонки. И сейчас сделаем экспресс шавасану, потому что, как мы понимаем, наша последовательность коротенькая, когда ни на что не хватает времени, поэтому глубокий вдох, выдох через рот. Еще два раза. Глаза закрыты. Лицо расслаблено. Расслабляем горло, плечи. Расслабляем правую руку, левую. Перемещаемся мысленно в зону спины, живота. Расслабляем поясницу, расслабляем живот, пресс. Расслабляем ягодицы. Расслабляем правую ногу, бедро, колено, икру и ступню. Теперь расслабляем левую ногу, также поэтапно. Ступни расслаблены. Ладони расслаблены, лицо расслаблено, челюсть нижняя слегка отвисает, чтобы не делать напряжение. Расслаблено межбровье, дыхание ровное и спокойное. Теперь время сделать глубокий вдох, выдох, шевелим пальчиками рук, пальчиками ног, вытягиваемся, колено к груди, обнимашки, благодарим себя, благодарим Вселенную, благодарим тех, кого вы хотите сейчас поблагодарить. Поднимаемся. Ну вот, в общем-то, и все. Вы готовы покорить этот день. Или, может быть, вы позанимались после тяжелого трудового дня, и у вас улучшилось сейчас настроение и самочувствие. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Не забывайте, что у меня есть очень много уже других видео, и более длинных, и более быстрых, и медленных, на любой вкус и на любую подготовленность. Ссылки все, как всегда, внизу, в моем боксе, да. И не забывайте подписываться на канал Чили Ля Вида, если вам интересны такие видео. Спасибо большое за внимание. Намасте. И чао-чао.